Так, вот мы наконец и пришли. Юр, нам туда, назад, ты же говоришь. О, мы уже пришли. Просто. А? Вверху там как красиво, да? Да. Пошли там посмотрим теперь. Слушай, а вот и... а где же находится сама тут? Грубо говоря. Вот, сейчас мы заходим, да, сюда. Я ж тебе, вот он стоит, вот гроб Господень. Вот это гроб Господень. Вот прямо мы идем к ним. Да, тут историй много, в общем, там рассказывали. Вот это вот гроб Господень. Ну, можем, мы к нему потом подойдем. Можно пока не доводить, смотри. Ну, пошли дальше, я тебе. Там... Не пускают, да. А, там не пускают туда. Или можно? Нельзя снимать? Не, почему нельзя? Можно. Вот это тут этот огонь, вот этот как его. Священный огонь. Вот тут. Пошли. Вот это ж я же за что тебе говорю. Веди вперед, я тебе вот так. Вот тут священный огонь, вот это вот. А туда, вовнутрь туда заходишь, вот это что, свечки вот эти. Свечки, на меня поснимай. Он тут, ну там сейчас как раз служение будет идти, они там ходить. Вы, вот это... Не, это что вообще просто будет? Просто вверх смотри. Да. Пошли посмотрим. Служение это вообще шикарно. Там они ходят, их несколько конфессий ходит. Тут. Вот эта очередь тут стоять как в мавзолее стоит. Что? Просто посмотрите. Да мы все поснимаем сейчас. Что ты? Вот тут, вот вход, вот это. А? Ну входят, это как оно называется? Место. Вот это священное место. Туда по одному запускают, по двух. Видишь, очередь стоят. А? По сколько? Не пускают? Сами разговаривают. Нет. Вот туда запускают, я же говорю, по одному там. Ну, в общем, я туда не заходил, тут простоять часа три можно, так вообще капец. Тут это, ну мы сейчас тут посмотрим, к Голгофе сходим. Тут можно кругами наворачивать. О, можешь туда пройти, я тебе. Что? Да, тут красота. Тут на видео, тут по-другому, но тут света не так. О, на фоне меня вот этих икон. Тут видео самый класс получил. Но... Слышь, мы можем подойти, там типа вот плита какая-то там. Ну мы туда пойдем не спеши. Да. Не спеши. Ты что? Ну это ж я не экскурсовод, но это все еще с времен Иисуса.
То мы когда с экскурсией ходить, в принципе, ну я же говорю, с экскурсией не сильно интересно, потому что там людей там много. А это и так не порассматриваешь сильно. А, вот эти, да, мы тут проходили, я же говорю, что... О, ну ладно, давай пока закончим, лучше пофотографируем.